Всем привет! Наконец-то получила данную посылку от мыла Опт. Будем ее открывать. Посылка упакована очень хорошо. Нет ни дырочек. Все запечатано отлично. Открываем. Что у нас здесь? У нас здесь весь заказ. Все, что у нас здесь есть, будем проверять. Все сложено хорошо. Ничего вроде не повредилось, не разлилось. Так, что у нас здесь? Масло виноградной косточки. Сроки годности все хорошие. Не разлилось. Такие вот корзиночки. Маленькие прямоугольные, три штучки. Дальше, что у нас? Снова для мыла органическая килограмм. Сынок, ты тоже хочешь помочь маме? Пластиковая формочка, шар. Елочка красивая такая. Дальше что у нас здесь есть? Контейнеры на 50 и на 80 миллилитров. Глиттеры. Упаковочка дойпак на 150 грамм. Вот такие вот глиттеры. Зеленый, вернее, это зеленый перламутр. Голубой перламутр и глиттер серебро. Так, дальше у нас контейнеры на 200 миллилитров. Такие очень удобные для скрабов. Корзиночки из бука квадратные. Большая корзинка квадратная. 100 пакетиков. Размер не помню. Сейчас скажу. Пакетики средние. И тут у нас одушки. Тутти-фрутти. Аромат, конечно, обалденный. Не первый раз беру. Это фиксатор запаха. Дабл бабл гам. Вообще, как жвачка, вкусный запах. Так, это у нас гелевый краситель голубой. Отдушка-фиалка. Сладкая вишня. Это розовый гелевый краситель. Лаванда отдушка. Ландыш. И гелевый краситель лайм. Все упаковано отлично. Собираю уже следующий заказ. Ссылочка на сайт под видео. Всем пока!